Итак, всем здорово. В прошлом видео я говорил о том, что у меня был подсос воздуха. И в том видео я искал причину, которую нашел, почему у меня была бедная смесь. Это было из-за плохо затянутых выпускных колений, которые пропускали сквозь себя в цилиндр лишний воздух, который там не нужен, который обеднял топливную смесь и тем самым, можно сказать, загубил мне двигатель. И тогда же я решил заняться коленями и устранить эту проблему. Как я ее устранял, что я предпринял, можете сейчас и посмотреть. Приятного просмотра. Причина того, что мотоцикл у меня плохо работал, жаль, что я это не записывал на камеру, оказалась бедная смесь. Я предполагаю, что бедная смесь может быть из-за плохо прикрепленных. Короче, то, что я плохо прикрутил на гайке вот эти вот колени. Вот это особенно. И может быть такое, что воздух через колени проходит в камеру сгорания, происходит подсос воздуха и все тому подобное. Надо разбираться вот с этим вот соединением, напихать как можно больше асбестового полотна, ну этого шнура, и затянуть так, чтобы они не шатались. Сейчас я хочу заняться выхлопом, потому что вот из-за выхлопа у меня был подсос воздуха, и я этого не хочу еще раз допустить. Значит, что я сейчас придумал? Так как колени крепятся к цилиндру на гайке, я хочу поставить сюда, ну вот, сделать так, чтобы вот здесь вот, между коленом и вот этого местом присоединения была небольшая прокладка из камеры автомобильного колеса. Ну сразу видно, ну дурачок, блядь. Типа для того, чтобы не было вот такого вот всего, которое у меня там было до этого. Сосед еще включил косилку, нормально. Ну а потом уже буду затягивать и проверять, как это все будет. И вот с этим вот соединением будет тоже небольшой хендбенд. Я уже придумал и купил все, что надо для этого. Ну и в дальнейшем будем ставить. Значит, с помощью штанги я мерю вот здесь вот диаметр. Так вот. 41 миллиметр. 32 миллиметра. Были вырезаны вот такие вот резиновые прокладки, которые более-менее сюда устанавливаются. Да, я понимаю то, что эта резина может сгореть за первые 5 минут. Но мне самое главное, чтобы было уплотнение. Я бы, конечно, заморочился, был бы у него побольше времени. Заморочился бы и нашел какого-нибудь там металлоазбест или чё. Или, ну, какое-нибудь такое паранит. Естественно! Нахер я это все делал, сейчас я придумаю. Из паранита. Были вырезаны вот такие вот небольшие прокладки из паранита для того, чтобы уплотнить вот это соединение. Паранит, он может высохнуть, но он не сгорит, в отличие от резины. К тому же, вот этот паранит, он очень такой плотный. И вот так вот встает вообще в это место очень хорошо. Мне понравилось даже. Ну, либо же можно сейчас намазать литолом, для того, чтобы это соединение было такое липкое. Все. Дальше ставим вот эти вот колени. И все. Значит, сейчас прикинул просто колено для того, чтобы померить, какой мне надо патрубок вот в это место длиной. Отрежу из патрубок, который у меня есть. Он примерно по диаметру подходит. Внутренний диаметр 38 миллиметров, более-менее полезет на трубы. И стяну все это хомутами. 4 штуки. Все будет нормально. Oh,
Так, трубы у меня поставлены, колени тоже, все держится очень массивно, мне очень нравится, особенно вот эти вот крепления, потому что они не болтаются по сравнению с тем, что было до этого. Сейчас остается поставить бак, также я хочу установить такой вот топливный фильтр, это, конечно, я купил большой. Потому что, ну, вот так вот, если он будет стоять, то все равно будет, ну, большой. По идее, бы сюда вертикальный и маленький поставить. А этот горизонтальный с таким большим отстойником. Двигатель собран. Также сейчас проверил, как бежит топливный фильтр.
Долго не мог определиться, с какой длины должны быть вот эти вот маленькие шванчики. Нарезал их, а потом понял то, что немножко неправильно порезал, а потом сделал из того, что было. На фильтре там с другой стороны указана стрелка, в какую сторону будет бежать бензин. Главное, при установке фильтра главное это не перепутать, иначе попросту не будет ничего работать. И если кто-то будет говорить, типа, такой фильтр не нужен на двухтактных двигателях, где используется вот это, типа, смешанное масло и бензин. Нет. Как раз таки можно использовать такие фильтра, даже те, которые с магнитиком, которые будут улавливать это металлические частички. Типа, это такое, не знаю, суеверие какое-то, типа, нельзя вот использовать. Нет, на самом деле можно использовать. Как раз таки, вот, типа, вот это вот, это тоже отстойник, в котором тоже также есть сеточка. Но в моем случае сеточки там практически нет, она оторвалась. Так, для галочки там есть, поэтому фильтр, вот он. Запуск двигателя буду делать завтра, потому что и сил уже нет. Я это на минуточку разобрал двигатель, помыл все и собрал обратно все за один день. Вот на это не смотрите, это пока так. Творческий беспорядок, сейчас я окончу видео и буду прибираться тут. Значит, как вы видите, двигатель у меня сейчас нет, но трубы у меня на месте. Что хочу сказать? Колени у меня все равно стоят, и смотрите, если бы не патрубок, то это бы колено ходило бы туда-сюда и вот, блин, болталось как не знаю что. Сейчас у нее такое хорошее соединение, которое при любом ее движении возвращает на место. И вот этот вариант мне больше нравится по сравнению с теми гайками, которые тут были. По правде говоря, вот этот патрубок мне не подошел сюда. Точнее быть, я не угадал с размером. Я померил вот это колено штангелем. Там было 37 или около того миллиметров в диаметре. Но я не померил вот это вот место, где идет резьба на выхлопных трубах, сколько тут миллиметров, потому что надо было именно здесь мерить. И получается так, что вот я надрезал здесь, чтобы этот патрубок налез на трубу. А надо было просто искать патрубок диаметром вот с вот этого вот места трубы выхлопной. Да, я знаю то, что она может высохнуть, она потрескается, она, блин, что-нибудь там сгорит. Но через сколько она сгорит, никто не знает, поэтому это будет небольшой эксперимент. Лучше всего найти какой-нибудь патрубок с переменным сечением, тут 35 мм, тут, например, там 45. Переходит из одного диаметра в другой. И лучше всего использовать термостойкий патрубок, чтобы он не высох, не сгорел и тому подобное. Когда у меня тут стоял двигатель, я сделал эти выхлопные трубы, я поставил между коленями и самим цилиндром такую прокладочку из паранита. Вот, собственно, эти прокладки, я их не выкинул, надо будет их не забыть поставить. И, в принципе, меня устроило все полностью. Я гайки затянул до конца, набил, вот, новый, как видно, набил новый асбест. Асбестный шнур, точнее быть. Ну и когда мотоцикл был собран, колени не шатались, все было так плотненько. И, блин, если бы я не накосячил с двигателем, то выхлоп бы не сифонил, все там работало, все было нормально. А как видите, двигателя сейчас нет. Кстати, вон он уже он уже собран, остается его только поставить, но по нему будет отдельная серия. Подведем итог по вот этим вот соединениям. Я ими доволен. Если кто-то хочет попробовать себя так же, в принципе, вы знаете, как надо правильно сделать, чтобы не было таких косяков, как у меня. Ну а на этом все. Пишите свои комментарии насчет этого решения. Пишите еще какие-нибудь комментарии, потому что комментарии продвигают мои видео в рекомендации YouTube. Оценивайте это видео. Ну и если вас заинтересовал проект по мотоциклу Восход 3М, то можете подписаться на канал. А на этом все. Всем пока.